Один случай на миллион. Из бездетных сразу в многодетные. И это все о семье Виль. Отдельная бригада врачей следила за этой естественной и уникальной беременностью. Эмоции родителей сложно передать словами. Сейчас дети уже дома, все здоровы и набирают вес. О съемочной группе Первого канала Алена и Евгения рассказали, каково это – стать родителями сразу четверых малышей. Наш корреспондент Юлия Онищенко уже поздравила большую семью. Скажите. Старшая Мария, девочка. Потом идет Матвей, Даниил, третий, и четвертый малыш Арсений. Это Машенька и три медведя. Внешне все разные. Для 29-летней Алены эта беременность первая и очень долгожданная. Новость о том, что она ждет сразу четверых, стала неожиданным, но приятным сюрпризом для всей семьи. Конечно же, был шок, не верилось. Сначала первые секунды, подумал, может быть, пошутила. Но, в общем, потом в ходе разговора я понял, что далеко не шутка. И дальше... Как вам сказать, начал настраивать себя морально и, так сказать, готов ко всему. В медицине случай очень редкий. Естественная многоплодная беременность встречается примерно один раз на миллион родов. Поэтому каждой такой маме подход особый. Всю беременность Алена находилась под наблюдением врачей. Каждую неделю анализы, исследования, специальные упражнения. Но на 32-й неделе медики приняли решение выполнить кесарево сечение. Малыши появились на свет недоношенными. Все дети родились меньше 2 килограмм, но почти 2 килограмма. Там у нас не было никаких проблем. И к вопросам в отношении состояния детей ничего, кроме недоношенности, у нас нет. В центре планирования семьи и репродукции для этих родов была подготовлена отдельная бригада. Акушеры, медсестры, неонатологи для каждого малыша. После кесарево сечения детей сразу поместили в кювезы, где тепло, влажно и подается кислород. Спустя 2 недели, когда все четверо окрепли, их перевели к маме в палату. Рада, что выписываю? Да, очень рада, потому что провела достаточно длительный период времени в больнице. Поэтому с удовольствием поедем сейчас домой. Алена чувствует себя хорошо. После операции быстро восстановилась. А вот Евгений волновался всю беременность. Признался, только сейчас спокойно выдохнул. Но сердце затрепетало еще сильнее, когда ему дали подержать малышей. У вас их четверо, придется принимать всех. Да. Так. Уже руки не хватает. Счастье. Счастье. А у мамы? Самое настоящее. А у мамы? Я просто тоже не верю, что мы наконец-то все вместе. Поздравили счастливых родителей и коллеги. Супруги служат в полиции. Вот лица коллег, опять же, поздравить вас и преподнести вот такие вот коляски. Спасибо вам, может, чтобы вы тут... Конечно, своего молока на всех детей у Алены не хватает. Кормят малюток специальной смесью. Но вниманием и заботой уже окружили каждого ребенка. Ухаживать за малышами будут по очереди. Муж взял отпуск, к тому же на помощь приехала бабушка. Юлия Онищенко, Игорь Казаченко, Дмитрий Матюшин, Андрей Земцов, Андрей Морозов. Первый канал.